Образ идеального губернатора нарисовали эксперты. Аналитики САФУ провели опрос среди специалистов и выяснили, какими качествами должен обладать глава региона и какие направления в его работе должны стать приоритетными. Это Римма Лешава подробнее. Каков он, идеальный губернатор? Экспертно-аналитический центр САФУ провел очередное исследование, посвященное предстоящим выборам главы Архангельской области. В опросе приняли участие 35 специалистов. Из них 15 – ученые и преподаватели САФУ, 20 – представители органов власти, некоммерческого сектора, бизнес- и медиасообществ. Экспертам было предложено выделить наиболее важные профессионально-личностные качества и определить основные функции главы региона. Также был сформирован своеобразный психологический портрет идеального губернатора. По мнению экспертов, идеально для Архангельской области на посту губернатора иметь зрелого мужчину, имеющего опыт работы как в органах власти, так и в бизнесе, хорошо знающего наш регион, имеющего опыт руководства коллективами, среднеобеспеченного. По мнению экспертов, наиболее важные качества для губернатора – компетентность и профессионализм. Так считают 78% опрошенных. Также выделены такие качества, как умение мыслить стратегически и честность. Такие личностные характеристики, как, например, широкий кругозор и общительность, отошли на второй план. Эксперты однозначно говорят о том, что в Архангельской области требуется, на этой должности требуется профессионал. Время, да, так сказать, там, гитаристов, балалаечников, молочников там, и прочее, да, так сказать, оно сегодня, надеюсь, безвозвратно ушло. В исследовании были включены вопросы о наиболее важных направлениях деятельности правительства области. Участники опроса уверены, что особое внимание власть должна уделять формированию благоприятного инвестиционного климата, модернизации жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, сокращению долга областного бюджета. Из задач социального характера большинство отметили поддержку институтов гражданского общества. Очевидно, что главная задача будущего губернатора, по мнению экспертов, формирование устойчивой экономики Архангельской области. Приоритетные проекты в работе главы региона должны быть связаны с развитием традиционных и новых промышленных кластеров. Причем самый актуальный вопрос – возрождение лесной отрасли. Это Римма Лешава, Сергей Томилов, Алексей Малаковский. Новости РЕН-ТВ, Архангельск.